Итак, Москва. Настолько неоднозначен этот город. В нем, на мой взгляд, существуют две разные жизни. В этих видео я вам покажу очень интересный и необычный ресторанный пляж. Покажу город, как удивить любого гостя, приехавшего в столицу, и где можно, хотя бы изредка, порадовать себя любимого. Конечно, в Москве рестораны номер один – это рестораны Novikov Group и рестораны Ginza Project. Но в последнее время появились очень интересные места, не относящиеся к этим двум категориям. Например, в районе метро Тверская в одном здании существует комплекс из трех ресторанов под брендом Mason Dallas. Ресторан, который вы сейчас видите, называется Турандот. Наслаждайтесь атмосферой. Если вы любите устрицы или хотели бы их попробовать, рекомендую попасть сюда. Здесь они недорогие. От 150 до 260 рублей за одну штуку. Если сравнивать с новиковским рестораном «Большой» рядом с ТУМ, метро «Охотный ряд», где цена за одну устрицу 500 рублей. А также в ресторане «Эрвин» «Река, море, океан» в одном из новых и популярных ресторанов цены на устрицы варьируются от 480 до 800 рублей за одну штуку. Но в этом ресторане необычайно вкусный камчатский краб. За 1800 рублей вы получаете приличную порцию. Вообще, ресторан «Эрвин» – это самый крупный рыбный ресторан в Москве. Он рассчитан на 230 посадок. В нем очень богатый выбор морепродуктов – лангустов, раков, крабов, морские гребешки, морские ежи, семга, нерка, щука, осьминог, камбалам, судак, чукотский чир, байкальский омуль и разные виды икры. Не буду описывать диапазон цен, меню вы можете найти на их сайте. Что еще интересно в этом ресторане? Это то, как одеваются девушки. Можно встретить дам в длинных платьях, либо с накидкой из перьев на плечах. Очень интересная атмосфера, как в кино. Этот ресторан позиционирует себя как ресторан для золотой молодежи. Средний счет на одного человека составляет здесь 3000-4000 рублей. Так что, дорогие девушки и женщины, если вам хочется не только вкусно поесть, но и надеть нарядное шикарное платье, в этом месте это будет актуально. Вы не будете выглядеть белой вороной в чересчур нарядном платье. Но, конечно, во всем должна быть мера. Платье платью рознь. Еще одно удивительное место с аквариумом вместо пола. Ресторан Аркадия Новикова «Сирена». Это место удивит, пожалуй, абсолютно каждого. Здесь также недорогие устрицы. Около 200 рублей за одну штуку. Здесь также можно отведать краба. Это рыбный ресторан. Все эти рестораны в Чихана номер один по уровню цен
экономичнее Сирены, Турандот и Эрвин. Но там, в некоторых из них, можно насладиться восточными танцами. А вот, если ролик будут смотреть иностранцы, наш российский снег, полюбуйтесь нашей русской зимой. И такие парки с водоемами можно встретить во многих частях Москвы. Говоря о Москве, невозможно не затронуть красивейший храм Матроны Московской, расположенный в районе метро Таганская. Люди, даже не православные, сюда приезжают со всех уголков России, чтобы поклониться иконе и мощам. Говорят, что многие после этого получают исцеление и помощь. Неверующие люди сюда также приходят, чтобы отдохнуть среди роз от московской суеты. И здесь довольно-таки недорогое кафе. Его называют «Трапезное». Цены примерно такие. Салат сельдь под шубой – 80 рублей. Борщ примерно столько же. Вся еда свежая, приготовленная монахинями из этого монастыря. А это не новиковский ресторан. Он также в центре Москвы. Его название – «Ла провинция». Здесь стоимость краба примерно 1800 рублей за порцию. В летнее время я очень люблю ресторан Аркадия Новикова «Шохаус» на Москве-реке. К этому ресторану прилегает территория с бассейном. Это также яхт-клуб, это модное место летом в Москве. «Шохаус» расположен в районе метро «Маяковская», рядом с выставочным центром «Крокус-экспо». Но я бы рекомендовала вам поехать туда на машине. Нет проблем с парковкой, либо на такси. Здесь летом в выходные собираются очень красивые люди с шикарными формами и в красивых купальниках и туфлях на шпильках. Будто вы попали на конкурс красоты. Я как-то привезла туда подругу, а после посещения этого места ей сразу же захотелось начать ходить в спортзал и пойти в салон красоты. Вход на такой пляж в 2017 году в будни стоил 1500-2000 рублей, в выходные – 3000 рублей. Еда и напитки не включены в эту сумму. У бассейна для вашего удобства вы найдете душераздевалку. Вы можете поплавать, слегка перекусить прямо на лежаке и привести себя в порядок и пойти в ресторан. Он находится в 30 метрах от бассейна. Я привозила также сюда своего папу. Ему почти 70 лет. Он был в полном восторге. А так развлекают вас на Арбате, если вы попадете в подземный переход. Продолжение рассказа про Москву смотрите в частях 2 и 3.